цветиком. Можно даже чуть грязно-голубенький. Взять голубой, взять чуть-чуть коричневизны. Грязно-голубеньким цветом. Помнишь, как мы делали это? Вот такое нашвырять. С этой вот продресью. Нашвырять, нашвырять, нашвырять. Потом чуть больше того же самого, но пока все в пользу голубого. Набрать элементы рисунка. Элементы рисуночка. Вот тоже вот этой сухомяткой. Давай. В пользу синьки. И здесь тоже избавься от коричневого. В пользу синечки. Можно темп набрать. Не такая у нас сейчас ответственная задача. Можно набрать темп. Понашвырять, понашвырять. Хорошо? Давай. Синий в основном в эту сторону. В основном. Здесь они чуть-чуть меняют ритм, но все равно и здесь тоже много горизонталик. Коричневый, голубой. И начинаем бомбить темным. Вот такой характер укладки. Вот такой. Кисть можно держать клювиком пальцев. Старайся везде работать. Постояла чуть-чуть там, перешла сюда. Перешла сюда. Везде, 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 везде работаем. Не затыкиваемся в какое-то одно место, даже если оно симпатичное. Да. Чернявый каркас, он здесь сопровождает всю картину. Ты видишь, да? Прямо всю-всю-всю картину сопровождает. Где надо, можешь делать более крупные подчерки. Ага. Но это уже на касаниях мы уже как финишную сделаем. Пока просто накидать. Но я имею в виду, что некоторые вещи совсем не обязательно только мелочью. Можно вот, вот прямо. Вот такую бомбежку устроить всего. Везде работаем. В каждом, в каждой местности создаем эту рябь мазочечков. После первых привыканий все, все быстрее, 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 и потом буквально бомбим. Как только надоело бомбить этим цветом, взяла рыжий, которого тут тоже пруд-пруди, чуть-чуть побомбила рыжим. Тоже не затыкиваемся в каком-то одном месте. Везде, везде, везде. Вот они, вот они. Где-то захотела, поударяла чуть-чуть более нарядным. Поставила на ребро. Можно и вот такие действия устраивать, но обязательно лежачей кистью. Ну, прежде чем мы начнем уже умельчать, чтобы иногда даже и вот так. Зеленотики. Вот они, вот они. Но всюду у нас этот каркас первого набора, вот этот, вот эта сухомятка, чуть-чуть помигивает, пускай помигивает. Хорошо? Да. Вот везде-везде всего нашвырять, нашвырять, нашвырять. Может быть, не хватает чуть-чуть кудрявости? Кудрявости еще? Мазочечком. Долго не появится, по-моему, картина. Сейчас, сейчас, сейчас. Кудрявенькости. Вот такой вот. Вот такой вот. Чуть-чуть меняя направленности. Тоже ж можно назвать это кудрявостью, да? Смотри, я как бы меняю принцип укладки. Немножко начинаю бомбить по холсту. Просто чтобы, чтобы была заморочка, как мазочков. Не, не стандарт такой.
чуть-чуть вот этот мигающий характер светлостей. Вот. Чуть-чуть. Ты видишь, я даже вот, смотри, заставляю кисть. Чтобы такой крученный характер, да? Да. Похож? Да. То есть я как бы физическими действиями принуждаю менять характер. Хотя общий характер сохраняется. Здесь достаточно ровненькое, то есть полосатенькое, но выражена плоскость. Выражена плоскость. Ты видишь, вдруг сразу стало появляться содержание, то есть, значит, такое все-таки содержание картины. Здесь тоже. Но здесь такие будут мазки горизонтальные. Ага. Где-то взять вот такое. А потом уже помельчить, подробить. Хорошо? Давайте. Только там цвет повкуснее, по-моему. Ну, конечно же. Там. Можешь в несколько кистей, не обязательно одной кистью, в несколько кистей. Но у тебя здесь не хватает простого человеческого ультрамарина. Вот такого, нарядненького, необычного цветика, правда? Подложишь. А так очень хорошая кашица, отличная кашица. Отлично. Так. Кудрявенькость есть. Есть кудрявенькость. Хорошо. Ой, есть кудрявенькость. Молодец. Светленькости там понатычешь, понатычешь. Вот здесь тоже начинай натыкивать. Может быть, сначала большей кистью, потом меньшей. Вот эту вот. Розочки я хочу потом доделать. Да, да. Смотри. Ну, здесь начнем, а там. Смотри, вот. Вот оно. Вот такое что-то, вот такое. Смотри, как бы небрежность исполнения, намазюканность, да? Вот пусть эта намазюканность там произойдет. Ага, вот такая, вот такая. Так, как будто неумелое пользование краской. Вот такое. Хорошо? Да. То есть там есть этот эффект красивый? Пока оставить немножко. Ну, я дома делаю их, в принципе, вот розочки. У меня даже получилось. Но я хочу ставить. Ты еще понатычь, потому что розочки еще рано. Рано. Надо сначала эту зелень понакидать. Ты вот здесь вот дала несколько закрутеликов, хорошо. А сейчас, когда наполнишь содержанием... Все, добить. Сейчас скажу. Да, отлично. Это ваша конечная. Так, а вот здесь нам не хватает, так же, как и здесь, не хватает вот этого. Ты согласна? Да. Он сразу вдаль уходит. И даже белизна. И он задает кучу. Аж вот так. Но без этого нет этого дальника, а без дальника нет пространства в картине, потому что у нас фактически первый и второй план и пространство. Пространство, лишенное картины пространства, уже не дает здесь вполне разобраться. Сейчас. И там он здорово сделал, он на эту высветленность поставил достаточно жесткий рисунок, чернявый рисунок прямо. Ты видишь, да, прямо чернявый рисуночек. Это я высветлил, оно почернело, а то, что оно было, по сравнению с тем, что было, оно было очень вялым. А он сделал невялый рисуночек. Что тут там? Смотри, у него где-то чернявый, а где-то он спутывает, смазывает. Тоже хотели такую технику.
Чуть с желтинкой и чуть даже с оранжевинкой. Даже с оранжевинкой. Надо было оставить, как было тоненько. Здесь он, ты видишь, почти не дает вот эту привычную резьбу, а-ля перышко. Он немножко смазывает, чтобы это внятно отличилось от остального, да? То есть такой смазанный характер. Потом, когда при продаже, понять, что больше получится. Вот еще что-то попадаешь. А, вот там написано. Потому что я сомневаюсь про месть, что ли. Если черноты не хватает, взяла мастихин, чуть-чуть напустила темноты, чуть-чуть напустила вот такую раздавленную чернявость. Давай по 5, по 6, 10. Чернявость раздавленную. А потом, подожди, а потом вот эту чернявость чуть-чуть, да, снабдить. Чуть-чуть. Ага. Причем это второй раз. Мне тоже нравится. Так, хорошее вообще место, отличное. Чуть-чуть, может быть, перебить. Чтобы эта линия темная то появилась, то все-таки исчезла, да? То она была слишком одинакова вдоль. Сейчас. Ага. Я уже потом оставила, если честно. Стволичек поставишь темненький, ага. Чуть-чуть темненький поставишь. Очень несъедобно белый зашел. Да. Ни в коем случае не надо так его делать. Масло дело, это же не месяц. В крайнем случае поступить вот так. Поставить белизну и порезать чернотой. Но не так, как ты. Вот это вот категорически нет. Окошечки между вот эти вот просветы неба, они рисуются, но они, смотри, как ты нарисовал их, вот такими крокозябами. А их надо укладывать, да. А их надо укладывать все-таки мазочком. Молодцы, так построили рисунок. Здесь тоже так нарисовано. Это просветы между деревьями, между листьями. Хорошо? То есть ни в коем случае не вот этими вот. Ага, ни в коем случае не вот этими. Не крокозябами. Да, не крокозябами. О, ты так и делал. Тоже смотри. Мазочек. А потом еще можно и темных, да. Смотри, смотри. Аж с таким напряжением. Аж с напряжением. Смотри. Посмотри как. А вот это вот. Это убрать эти штуки ужасные. Вот, аж с напряжением. Здесь тоже крокозябы. Убрать крокозябы. Ну, в крайнем случае, зайти вот так. Вот так. Но ни в коем случае не вот это. Мазок, мазок, мазок. А потом выставила на них темноты. А вот это вот, чтобы вот они как-то вот... Там цветом. Цветом просто. Угу. Угу. Вот это. Взять нарядненький. Угу. Они прекрасно отделяться. Вот это вот, давай. И нам все-таки не хватает подкладки, которая даст им звучание. Не хватает чернявинок. Вот сейчас стала добавлять, вот здесь видишь.
Я уже ускоряю, потому что... я просто ускоряю, потому что слишком долгая история будет кистью. А нужно ж показать. То есть ты потом по этим местам просто пройдешься кистью, поделаешь мелкие мазочки, потому что нужны мелкие. Вот эта резьба, которая активно звучит, она дает приход сюда. Вот она резьба, которая очень контрастно звучит. Вот если там мы их стайками собирали, то здесь мы нарочито делаем их с дырками между ними, с расстояниями между ними, чтобы они своим напряжением вышли на передний план. Логично, да? Зелененький возьмем как можно поярче, понаряднее. Смотри, я с бирюзой. Тоже нам нужна резьба. Вот они, смотри, какие. И тоже немножко одинокие, да? Не собранные в откровенную стайку. Сейчас. Я характер укладываю. Ты же все равно говоришь, дома продолжишь. Поэтому я тебе показываю, на чем сосредоточиться. Ты видишь, другой характер, чем мы обычно укладываем. И густота другая. Это уже целый мазочек, целая густятинка. И вот эти настроения, смотрящиеся сюда. Да, вот оно, вот оно. То есть смотри, какая контрастность. Она сразу пошла вперед. Где-то в пользу белый с желтым аж. Там тоже такое есть. Вот на эту. Смотри, смотри, смотри. Вижу. А я уже надела, то есть техника устала. Начинаю вот это так, с таким удовольствием. Вот они, вот они. Благодаря такому мазочку они точно вышли на передний план. Вот они. Смотри, так, разбросанность, да, такая? Не собранность в стайку. Я вижу, вижу, лучше положи. А то под рука трясется, приходится напрягать зрение, чтобы всмотреться. Даже черный, ты видишь, и не понадобится дополнять, как я думал. Вот. Но у нас ощетинилось передним планом. Да. Кстати, не только здесь, но и в таких местах. Аж почти желтый, аж почти оранжевый. Вот такое тоже. Вот оно. Вот оно. Почти белое. Почти белый, желтый. Вот такой, вот такой. И тоже с этими густенькими. Густенькими. Аж почти белый. А? Смотри, аж почти белый. Так, розовый разбелим. Получим холодный цвет. Красный в компанию вместе получится сложный цвет. Итак, розовый с этим. Вот такие густятиночки. Возле дома? Вот такие густятинки. Кругленькие. А номер какой на машине? Ну ладно, сейчас выйду.
Вот аж такой. Потом с желтиночкой. То же самое. Чуть-чуть. С желтиночкой. Дополнить эти кляксочки. Их светлостью. Вот прямо инкрустировать. Да. А, все? Да. А вот еще эти розочки, ага. Но эти, конечно, посложнее. Да, это ничего. Поизощряться будет. Чуть-чуть вот эту идею свастики. Вот такая свастика. Смотри, идея розы это... Вот, Саша, посмотри на палитру. Игорь, спасибо большое. Ага. Счастливенько приходи. До свидания. Ага. Вот идея розы. Да? Да. То есть, вот такие звучания, по окружности. Ну, когда-то чуть удачнее, когда-то менее удачнее, но идея вот такая. Вот этой рубленности по вот этой траектории. Согласна, да? Да. Ну, только цвет нужно подбирать ровная, более подходящий. Да, аж густо. Ну и плюс ты там видишь, еще, да, чуть-чуть красниночку подсунешь там где-то. Да. Ну, а в целом молодчина. Нет, ну сейчас я еще не успею. Ну, сейчас не успеешь, да. Ну, все равно молодец же, уже полностью чувствуешь мазок. Уже импрессионизм.